Доброе утро, мои милые. Как ваше настроение, как ваш день? Надеюсь, все отлично. Мы завтра уже улетаем домой. Сегодня предпоследний день. Я иду на завтрак. Вова уже минут 15 как ушел. Надела сегодня свой новый купальник, который купила вчера. Смотрите. Видите? Конечно, для него немножко еще жирновато. Ну ничего, посмотрим. Если будет получаться нормальная фотография, то сфотографировать, потому что я не делаю фотошоп в своих фотографиях. Ничего не уменьшаю, ничего не ретуширую, чтобы было все по-честному. Если будет нормальная фотка, выставлю. Если не будет, то будешь ждать до того момента, когда я похудею и надену снова этот купальник. Мы сегодня позволили себе на 20 минут подольше полежать в кровати. План сегодня такой: позагорать, а потом пойти в супермаркет, набрать всяких вкусностей с собой домой. Ну ладно, давайте сейчас на завтрак вместе пойдем. А еще я вам хочу сегодня территорию отеля показать. Сегодня или завтра, но скорее всего сегодня получится. В холле музыка играет. Вчера, кстати, мы выходили, когда в кальянную. Кстати, она называлась «Аль Руф» на крыше. «Аль» — вот это «Аль» у них везде, перед каждым словом. Вчера приехали на машине жених и невеста. Невеста была во всем белом, длинном, все закрыто до пола, и капюшон белый. То есть лица ее было не видно. Наверное, ее было медового месяца, они приехали... И они приехали сюда на медовый месяц. А вот и Вовочка. Приятного аппетита, любимый. Сегодня я немножко разнообразила свой завтрак и нашла вегетарианскую лапшу с овощами. Вкусно так пахнет. Палочки картофельные с кисло-сладким соусом и ананасовый сок. Еще хочу тост с джемом и кофе. Еще что хочешь? Кофе. Любимый такой зайка сделал мне тостик. Он такой мягкий. Кофе сделал. И принес джем. Клубничный и апельсиновый. Пожалуй, я выберу клубничный. А масло Вова и забыл. Я не знаю, где масло. Там же, помнишь? Да, да я сама схожу. Мне про масло не говорил, я спросил тебя, то с чем сказал, сделано, говорю, больше ничего не сказал. А как же масло мазать? Что Амазон железный. Ладно, пойду сама. Привет всем. Мы уже немножко поплавали в теплом бассейне. Я надела свой новый купальник сегодня. Такой красивый. У нас пасмурно, но вообще нет солнышка. Ребят. Последний наш день, я решила вам показать территорию нашего отеля. Мы только что позагорали, пофотографировала в новом купальнике, сейчас буду выставлять в Инстаграм. Но думаю, покажу вам за 5 минут всю нашу территорию. Итак, вот так мы выходим из нашего отеля со стороны пляжа. Вот здесь стоят столики. Потом мы проходим, видим бассейн. Здесь бассейн с подогревом. Здесь лежачки, и мы постоянно на разных загораем, какие свободные или как лучше солнце падает на нас. А там вы видите Корниш Тауэр, около нее находятся кальяны, в которые мы ходим. Здесь для настольного тенниса столик, которым так и не поиграли. Это батут для детишек, не знаю, может и взрослым можно тоже, а может и нет. Тут задний вход, но он всегда закрыт, только если что-то привозят. И так далее. Проходим дальше. Сейчас я вам покажу джакузи. А вот и Вован загорает. Вовка ждет меня, пока я засниму, и мы пойдем уже в отель в душ. Вот джакузи. Он подогревается. Завтра, если получится, засниму себя в джакузи. Душ. Вот здесь нужно купаться. Ну, сами знаете, после всех процедур хлорки. Вот тут птички. Смотрите, какие красивые.
Я же вам уже показывала в прошлых видео. Чирикают просто прекрасно. Отлично, правда? Здесь продают какие-то мелочи. Здесь надписи, где что находится. Towel counter, там выдают полотенца. Фитнес-центр, сейчас мы все это посмотрим. Family Pool Kids Club. Там клуб для детишек есть, и также семейный бассейн, массаж и теннисный корт. Идем по аллее. Смотрите, здесь замечательные столики, они очень-очень красивые. Ночью все подсвечивается красиво, я вам тоже уже показывала. И вы сидите перед пальмами и наслаждаетесь прекрасной атмосферой. Сегодня, скорее всего, мы будем сидеть вон за тем столиком с попугайчиками рядом. Сейчас постараюсь поближе подойти еще. Вот и теннисный корт. Он тоже платный. Сколько-то за ракетку, сколько-то за игру нужно платить. Вид на Шератон. Вечером все подсвечивается, даже поле теннисное. Сейчас я вам покажу эти столики и проход тайный. Как-то мы с Вовой шли сюда. Вот так, по-моему, да. Смотрите, оп, тут лужайка, вот оттуда мы начали свое путешествие по кругу, видите? Вот этот замечательный столик сегодня будет нашим, мы его хотим сейчас забронировать на вечер, потому что у нас планы на вечер, и тоже птички, видите, как красиво. Выходим обратно. Вот мы вернулись, там столики. Здесь теннисный корт, здесь подъемчик, с которого мы только что вниз сиганули. Идем дальше. Итак, слева Шератон, красивые цветочки, заборчики целые с цветами. А здесь начинается семейный бассейн и пляж для курящих и не для курящих. Мы тут тоже всегда занимаем первую позицию около бассейна, скорее вон там, где горочки. Шератон. Хочется почему-то по-французски сказать. Детский бассейн, детская площадка, все для детишек. Здесь бассейн. Он холодный, он не подогревается, как тот, на котором мы уже в последнее время привыкли лежать. Горочка большая, горочка маленькая, ну, в принципе, вы уже все это видели. Я вспомнила, какую фотку еще хочу. Вот там лежать, чтобы было видно и меня, и море. Нужно не забыть сделать. Спасатели всегда везде сидят, смотрят, чтобы детки не утонули, лишнего ничего не делали. Вот здесь бар. И вот там начинаются пляжи для курящих, не для курящих. Сейчас вам покажу. Мы обошли бар, потому что пути на пляж другого нет. Ко всему привыкаешь, и мы привыкли уже к этому отелю. Смотрите, а такие кормушки для птиц на многих-многих деревьях здесь. Для того, чтобы птички, которые не в клеточках, а которые сидят в ветках, вы же слышите, как много различных звуков птичек, как много птичек разных говорят. Здесь огромный широкий луг. Несколько дней назад здесь проходила конференция. Мы думали, ну, скорее всего, это была та свадьба, помните, про которую я говорила. Вам видно или нет, но было не видно. Здесь везде стояли столы различные. А, была конференция, да, какие-то приборы рекламировали или что-то подобное. Там только что мы были с вами, мы просто спустились. Вот, можно посмотреть, здесь указатель на морской ресторан. Но сегодня он закрыт в воскресенье. Я планировала сегодня роллы заказать, но, к сожалению, закрыт в воскресенье, почему-то я этого заранее не увидела. Здесь тоже бар пляжный. Вот, пожалуйста, смотрите, территория, песочек. Волейбольное поле, на котором Вова тогда играл в волейбол. Вот как много здесь зонтиков, шезлонгов, матрасов. То есть не нужно вставать рано утром, ничего занимать, потому что еще не сезон.
помню, как в первый день мы загорали вот здесь, на этом лежаке. Это морской ресторан. Так мы не заказали отсюда еду, потому что я хотела сегодня, а он закрыт. Но по фотографиям там очень красиво. Здесь также можно помыть ножки. Что я хочу сделать сейчас, что они все у меня в песке. Пляж остается позади. Это вот ресторан морепродуктов, вывеска. Рыбка. Это массажный салон, по-моему. Видите, как красиво. Мы нигде не фотографировались почему-то на территории отеля. Там впереди красивые небоскребы. Этот длинный домик включает в себя спортзал с дорожками. Сейчас я, правда, не вижу, есть там кто или нет. Вроде бы там вообще никого нет. Значок стоит. Health Club. Здесь мужская раздевалка. Кстати, у них строго даже в торговых центрах мужская и женская раздельно. Здесь расписание activity, разные activities. Женская раздевалка. И здесь выдают полотенчики, забирают обратно. Мужик даже пригнулся, чтобы мне не мешать. Давайте поднимаемся теперь отсюда. Покажу вам луг. Смотрите, какой он классный. Здесь прям так и хочется поваляться. Вот и все, ребят. Мы вернулись опять к теплому подогреваемому бассейнчику. Там, где мы с Вовой сегодня лежим. Ворота, кстати, только что здесь были открыты, я видела. Надеюсь, вам понравилась экскурсия. Все подробно вам показала. Мы только что смотрели итальянское меню и выбирали для вечера. Выбрали несколько блюд и коктейлей. Алкоголя здесь нет, конечно же. Ну, у нас есть. У нас в номере есть. И вечером в 8 часов мы будем ужинать итальянской кухней. Сейчас идем договариваться обо всем. Столик показывать наш, который мы выбрали. И потом мы едем в супермаркет. До встречи. Мы пришли в Карифор, приехали в сити-центр Аджман, снова в супермаркет. Да я хочу здесь все. Смотрите, это, наверное, арабские сладости традиционные. Видите, это отрезает все. Я даже понятия не имею, что это. Вот это уже вижу второй раз. Ладу. Какой-то ладу. Чего здесь только нет. И все такое аппетитное. Вот думаю, на вечер взять какие-нибудь пироженки, что ли, после ужина. Сейчас вот думаю, вот желе, пожалуйста, клубничное с фисташками. Все очень аппетитно. Вот такой мне нравится клубничный тортик. Может, его возьму. Классный. Решила маме взять немножко специй. Вот мы уже чили взяли, вот этот вот. Сейчас будем еще что-нибудь набирать. А как называется? Гарлик. А, ну это этот, чесночный порошок. Думаешь, он нужен? Вот сколько мы уже всего понабрали домой, видите? Всякие коричневые, красивые. Мы уже вышли из супермаркета. 125 дирхам потратили на всю эту фигню, которая домой набрала. Читосы всякие. Много-много соусов острых. Лапшу вегетарианскую без мяса. И вот такие пончики классные. Сегодня с Вовой попробуем. Mountain View, мой любимый напиток. Но я не пью газировку, поэтому Вове посоветовала взять. А он пошел опять в супермаркет, хочет взять себе наушники какие-то, он увидел, за 60 дирхам. Решили сейчас перекусить в Golden Fork, это золотая вилка, которая рядышком находится. Ну, я хочу что-нибудь суши или креветки взять, вот. А потом мы уже поедем в отель,
будем собираться, и у нас уже будет 8 часов ужин. Мы пришли в Golden Fork, золотую вилку. Смотрите, здесь пельмени написано английскими буквами, вареники. Прикольно, да? Здесь меню все рыбное, креветки, ну и мясо есть. Сейчас буду пробовать. Хочу жареную рыбу. Принесли полотенчики, чтобы вытирать ручки. Они так вкусно пахнут. В общем, вспомнила я, как в Италии. Мы пришли тогда в морской ресторан, помните? Кто смотрел то видео. И нам дали для креветок, чтобы пальчики в лимонной водичке теплой промочить. Вот то же самое. По правде, это классно. Посмотрите, хот соус здесь есть, кетчуп здесь есть. В общем, Вова заказал себе рыбный бургер с картошкой фри, а я взяла жареную рыбу с чесночным острым соусом. Как вижу, острое все. Сейчас посмотрим, что принесут. Вова купил себе только что наушники, про которые я вам говорила. Ему еще скидку на них сделали. Сидит, рассматривает их теперь, да? Вид такой, мы сели за занавешенными шторками. Вот там можно посмотреть, как дают тоже полотенце. Только что принесли вегетарианский суп с тостами. Сказали, что это комплимент от заведения. Овощной суп и лимончик, чтобы туда сбрызнуть. Смотрите, ребят, мне принесли жареную рыбку с острым соусом. Чесночным подается с картошкой фри, овощами. Вовье рыбный бургер с картошкой фри. Сок, чай уже все принесли нам. Так что сидим, кушаем. Соус, правда, острый. Очень вкусное было блюдо, очень острое, классная рыбка такая. Ну, овощи я вообще не ем. Вот снова принесли горячее полотенце. Вкусно пахнет, прям невероятно, и очень горячее. Давайте посмотрим, сколько вышел чек. 56, 25, 5. Классно, всего лишь 56. Как мы хотели в первый день, пришли вечером на бассейн. Смотрите, как красиво все подсвечивается. Вова вон уже плывет. Я сейчас пойду. Ребята, мы пришли на наше место тайное. Здесь стоит табличка «Зарезервировано», потому что мы сегодня это сделали. Нам поставили свечку и красные цветочки. Вам видно их вообще? Вот они. Такие красивые, если честно. Вам не видно. Да. Мы взяли фотоаппарат, да? Нам уже все несут, представляете? Вчетвером несут нам. Впятером. Блин. Жесткач, как страшно. Enjoy your night. Thank you. Very beautiful. Thank you. Ребята, надо вам показать. Смотрите. Пинель арабиата. Ой, цезарь с креветками. Вовин коктейль. Коктейль мой Милано. Вовина паста и суп. Приятного аппетита, в общем, вам всем. Вкусно выглядит. Смотрите, ребят. Это мое новое колечко с бриллиантиками из белого золота. И я уже как 10 минут официально помолвлена. Да, любимый? Угу. Видите, какое кольцо? Теперь я невеста. Всем привет, у нас уже ночь. Мы с любимым посмотрели романтическую комедию «30 свиданий». Такой легкий, непринужденный фильмец на ночь. Сейчас я сижу в Инстаграме. А Вова слушает музыку через свои новые наушники. Да так громко. Может, вы услышите? Сейчас я к нему подкрадусь незаметно. Щелкает.
Круто, зай, трек классный.